В Югре можно будет пройти добровольное тестирование на коронавирус. Такое поручение дала губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в округе. Эта инициатива теперь будет проработана во всех муниципалитетах региона. Главы Сургута и Сургутского района отчитались о готовности принимать пациентов с коронавирусом. Всего на две территории организовано 220 койко-мест на базе клинических больниц Сургута и Линтора. В Сургуте, к слову, начали производство масок. Заместитель губернатора Всеволод Кольцов предложил в крупных торговых центрах городов регулировать количество посетителей.